Ну и как я вам? Вы все еще живы, лейтенант? Ты молодец. Командир отряда, продолжайте работать. Номад, слава богу, ты жив. Посмотри сюда. Пилот решил взять с собой. Эй, Номад! Полюбуйся на этого урода! Да, Сик прекратил небольшой трехлик. Эй, осторожно! Адмирал рехнется, когда увидит эту дрянь. Хотите что-то сказать, Коллинз? Нет, сэр. Не думаю. Что за черт? Теперь дохлый, так ведь? Мы видели таких вот генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых источников. Могла бы раньше сказать, мы бы его не потащили. Номад, адмирал хочет видеть тебя в штабе. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам лучше поторопиться. Иди, увидимся позже. Вперед! Адмирал тебя ждет! Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где ты был? Номад! Двигай в штаб! Пока он не наделал глупости. До встречи. Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Номад, ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Сперва мы решили, что это атомные взрывы. Подключились РУМО и АНБ. Вот так вот. 4 дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М-33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Просьба о помощи. Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет. Это так. Но они слишком технологичны. Явно не с Земли. Что, если они заблудились и теперь зовут на помощь? Неважно кто, неважно откуда. Действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр. Нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда вся наша планета в опасности. Это же нелепо. Эти существа вытягивают энергию из любых источников. Вся гора — гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Не могу предсказать, что будет, если ударить по ней атомным взрывом. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр, только что порвалась связь с Лексингтоном. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Я буду вооруженный. Позовите меня, когда все закончится. Ты слышал приказ, лейтенант? Ваш командир прошел в оружейную. Ищите оружейную по коридору и направо. Лейтенант Чапман, свяжитесь с техчастью. Лейтенант Чапман, свяжитесь с техчастью.
Я провел предотвратительную проверку. Номад, ты живой. Эй, Номад. Садись, приятель. Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, босс. Мы тоже этого не поняли. Механизм спуска очень сложный. Мы в нем за неделю не разберемся. А вы модифицировали в полевых условиях. Вы ведь даже питание подвели к своему костюму. Впечатляет. Видимо, я талант. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я направил избыток энергии в гидросистему, как просили. В общем, все готово, майор. Доктор Джилспай, мне надо проверить нано-костюм Номада. Мне сказали, вы можете помочь. Конечно. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Максимум силы. Максимум брони. Максимум силы. Эй, босс! Максимум скорости. Куда это ты? Кончать со всем этим. Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Пророк, стой! Так, чем я могу вам помочь, доктор? Я выделила сигнал, который эти существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. Можно ли передать такой сигнал с помощью нано-костюма? Думаю, можно. Сейчас посмотрим, как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто. Сигнал можно передать по любому бесприводному соединению. Максимум брони. Есть простор для эксперимента. Маскировка активна. Что именно они со мной делают? Максимум брони. Если теория верна, ты станешь ходячим оружием против пришельцев. Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Доктор Розенталь, пройдите на мостик. Доктор Розенталь, на мостик, быстро! Не заставляйте адмирала ждать, доктор. Я сам разберусь. Ладно. Но как будешь готов, подходи на мостик. Максимум брони. Красавица. Такие редко идут в науку. Эх, будь она 10 лет моложе. А, вот и она! Поставь ее на ту стойку. Сейчас. Тактическое атомное орудие разработано специально под нано-костюм. Опытный образец, еще даже не испытан. Стреляет ядерным зарядом. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Чего они только не придумают. Опробовать можно? Нет. Так, думаю, все готово, лейтенант. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пройти на мостик, адмирал не отличается терпением. Максимум силы. Маскировка активирована. Максимум брони. Максимум силы. Максимум скорости. Вам лучше пройти на мостик, лейтенант. Моррисон ждет. Намар! Осторожнее с этой шуткой! Еще взорвет. Спокойно, я знаю. Господа, это адмирал Моррисон. Я только что получил официальное разрешение президента нанести ядерный удар ограниченной мощности по целям на острове. Для принятия такого решения нужны серьезные основания. Природа нашего противника пока не установлена, но данные, собранные нашим спецназом, сюда, позволяют серьезно полагать, что нашей планете... Майор Бернс, это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Майор Бернс! Что он делает? Сэр, поднимать группу перехвата. Пусть летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вовремя, лейтенант. К пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, если мы действуем по их указке? Нет времени на «что если», доктор. Пентагон санкционировал ядерный удар. У меня приказ. Конституция штаб, это мародер 1. Есть захват. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, мародер 1. Прием. Готово, сэр. А если вы ошиблись, адмирал? Вы сможете с этим жить? Продолжайте пуск.
Есть, сэр. Майор 1, это Конституция штаб. Зеленый свет. Доставляйте груз. Отбой. Надеюсь, что вы правы. Вы, я и остальная планета. Отставить, Номад! На корабле творится черт знает что! Эти твари лезут прямо сквозь борты! Выходи и сражайся, солдат! Мы не можем отступить! Дверь заклинила, лейтенант! Что стоишь? Выбей ее! Максимум брони! Передатчик.
всегда проблемы. Недостаточно энергии. Достаточно энергии. Максимум силы. Максимум брони. Максимум силы. Максимум брони. Максимум силы.
Максимум брони. Максимум силы. Максимум брони. Максимум силы. Максимум брони. Новый, похоже, ребята на палубе перепроблемы. Живо! Номад, ты как там, живой?
Более-менее. Адмирал мертв. Где вы? Мы с Еленой уже в воздухе! Корабль захвачен! Все, кто не ушел, погибли! Держись! Сейчас мы тебя заберем! Покинуть корабль! Предлагайте мне это сделать.
Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Кто там? Да ты не поверишь, браток! Это пророк! Он жив? И, похоже, еще брыкается! Засекай его координаты. Возвращаемся!